темп. Это первый эпизод большого концерта на Стефановской площади, который начнется в 18 часов 22 августа, в День Республики Коми. Наша съемочная группа побывала на костюмированной репетиции начального номера, в котором примет участие Лариса Долина. Это один из самых массовых эпизодов шоу. В нем принимает участие около 150 спортсменов, представляющих разные виды спорта. Художественная гимнастика, фитнес-аэробика, баскетбол, волейбол и другие. В постановке задействованы учащиеся спортшколы «Юность», спортивной школы номер 1 Сыктывкара. Кроме юных спортсменов, в первом эпизоде шоу участвуют 40 волонтеров и порядка 60 артистов балетной труппы студентов колледжа культуры. Над постановкой работает хореограф Ульяна Бочерникова, балетмейстер, режиссер по пластике в драматических и музыкальных театрах Москвы, главный балетмейстер кремлевской елки фестиваля «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.